приехали, как всегда, вот сюда, на бульвар Черняховского, кормить кошечек. Они нуждаются в кормлении. Кошечки эти стерилизованы, слава тебе Богу. Надеюсь, котят в этом году никто не подкинет, как в прошлом. Потому что сюда еще любят котят подкидывать. Ну, надеюсь, что этого не произойдет. Они очень давно уже стерилизованы, просто очень многие люди умные. Скидываются подъездами и стерилизуют. Вот за собственные деньги у нас вот так вот происходило в доме. Мы скинулись все и стерилизовали всех кошек. Зато котят нету. Очень удобно. По 500 рублей скинулись и все. Не так много. Что сейчас такое 500 рублей? На них ничего не купишь. Мы приехали в это место. Тут кошечек много, но они тут дикие. Они боятся. Они вот начинают во всех углов вылезать. Вот это они тут красивые. Начинает вылезать с разных углов. Еще одна бежит. Вот, еда, еда, еда. Такие хорошие. Да боится, не идет. Не должны здесь по-хорошему больше котят, потому что постерилили кошку. Потому что иначе тут просто невозможное количество котят становится. Добрый день, дорогие друзья. Вот опять мы приехали сюда. Тут вот собачка какая-то чужая бегает, непонятно. Собачка меньше кошек. Ну, скажем так, вот это самое голодное. Если это самый толстый, это самый голодный. Такие хорошие. Не хотят есть вообще. Да, вообще они не хотят есть. Видимо, супы. Я хочу есть. Не хочу я есть или хочу я есть? Распробуешь? Нет. Вот такие хорошие кошечки. Беленькая решила покушать. Слава тебе, Бог. А ты чё? А ты за главную сегодня? Дело в том, что мы эту тарелку поставили собаке поесть. Хотя сзади стоит миска кошачья, полная. Видимо, ему это... Дорогие друзья, вот такие хорошие кошечки тут. Мяу, рыжий тут ходит, тоже красивый. Вон он, ой, какой мы рыжий. Ой, собачка пришла, тут какая-то красивая ходит. Ты такой хороший. Кушай, иди, кушай. Не пусти. Я тоже есть хочу, я пришел покушать. Слушай, ты такой толстый и красивый. Можно я тебя погладь? Скажи, не мешай мне есть. Покажи морду. Морду покажи. Ты такой кс-кс-кс. Ты... Скажи, отстань от меня, женщина. Ну нельзя же быть таким красивым. Кто-то мне 200 рублей послал. Какая я богатая стала. Спасибо большое. Это кто-то из подписчиков, кстати, прислал. Потому что это карточка привязана к этому. Очень давно мне, кстати, никто денег туда не присылал. 100 000 лет.